61 серия. Бетонщики приедут через неделю. Нам нужно успеть закончить все дела с электричеством и водой. На этом у меня все. Принимайтесь за работу, Зихнеуста. Хорошо. Так, за работу, ребята. Здравствуй, Шахерезад. Здравствуй. Можем поговорить? Можем. Что, прямо здесь? Если разговор недолгий, то здесь, так как у меня много дел. Ясно. Значит, я не стою даже часа твоего времени. Нет, я не это имела в виду. Если ты подождешь, я закончу. Нет, не нужно. Давай здесь поговорим. Ты права, Шахерезад. Если между людьми нет доверия, то что уж говорить о любви. В один прекрасный день ты узнаешь о девочке. Дочке Анура, по слухам. Анур, ты прекрасно знаешь, что проблема не в этом, а в том, что у этого ребенка была мать, и ты посмел... Мать этого ребенка меня когда-то обманула, Шахерезад. Ты постоянно говоришь мне о доверии, но пойми, Ниль мне изменила. Понимаешь, что это значит? Я расскажу тебе то, чего никому не рассказывал. Когда я это увидел, я был готов отдать все, чтобы забыть это навсегда. Ты выслушаешь?